до меня здание правительства не снимал на видео. В основном набережную. А вот так вот я решил прогуляться около здания правительства. Ну и снять то, что происходит вокруг да около. Вот фонтан работает. Ну, и заодно поговорить о политике. Ну, 9 сентября, все вы знаете, выборы. Если, конечно, Азарову, запомните, нарисует 70%, то выборы все продажные. Это я слушал на «Эхо Москвы» в Самаре. Вот. Звезда. Ничего не означает, это означает, что можно фоткаться. Нет, конечно, сюда означается как памятник вроде бы всяким ветеранам, но ну, по сути, наверное, ничего. Так, тут сейчас надо переходить дорогу и как-то вот соблюсти правила ПДД. А, вон там он. Ну и видеосъемка ведется 5 числа, когда все политиканы у нас на Самаре-арене торчат, а я нет, я решил прогуляться тут и спуститься потом на набережную. Вон. Такие депутаты стоят. Я надеюсь, их скоро возьмут ФСБшники. Нет, в смысле не в ФСБ, а в смысле... Ну вы поняли, в каком смысле. Так. Идем. А, ну можно здесь... Ну я, ладно, давайте по центру направимся. Но... Здание правительства. Так, площадь Славы, мы тут, Самарская область, единый архитектурный ансамбль, одна из лучших смотровых площадок нашего города, великолепный вид на Волги, на Волжские дали, ну, открывается, отсюда написано в стенде, ну, посмотрим. Какие дали. Вот это вот тут обычно любят всякие интересные навешивать, как называется, ну стенды, да. Футбольная Россия. Я так понимаю, тут история футбола старостен. Да, кстати, спартачам надо обязательно сюда прийти. Получается так. Вот тут история футбола. Вот где каждый самарец должен стремиться вот тут вот работать. Ну я так считаю. Ну а вот памятник славы. О. Да, что-то мне кажется, его удлинили. Нет, но не важно. Давайте герб сниму. Вот тут, если что, вот на этой площадке будут садиться вертолеты ФСБ и будут выводить отсюда всех тех, кто нарушил закон. Но мне хотелось бы в это верить, конечно же, как в Дагестане. Ну, надеюсь, так оно и будет. Уже, кстати, некоторых арестовали за взятки, да, вы слушали там этого сынка Сазонова. Хотя борьба с коррупцией в России, это, конечно же, не борьба с коррупцией как таковой, а грызня под ковром. Храм, о, да, я тут был очень давно на экскурсии, еще когда такого понятия, как влог,
дороги не существовало. А вообще давайте. Так, о, там красота. Ну сейчас заценим вид. Ох, да. Вид шикарный. Вид шикарный. Много народа. Басенска. Ну конечно же, мы пойдем вниз. Этот склон в свое время тут 9 мая организовали хор. Ну вот прям на ступеньках музыканты пели песни военных лет. И тогда многие ругали, что можно с этого склона наебнуться очень сильно. Поэтому надо быть осторожным. А в храме вон постекли есть. Что-то как мне. Ну, так, наверное, спущусь. Фонтан, фонтан, красотища. Я обычно купаюсь чуть-чуть вдалеке, там вон, за тем белым зданием, еще дальше. Но сегодня решил по-другому. Вот эта вот стена, она предполагалась, ну как бы тут доска почета Самарской области. Но жители в итоге проголосовали, и я в том числе, чтобы эту стену снести, и сейчас на ней ничего практически нет. Наверное, снесут эту стену после того, как Дмитрий Азаров наберет те самые 70%. Да, вот такого фонтана я не видел раньше, когда тут был. Или уже не помню. Вот, кстати, вон пел на тех ступенях внизу. О, как красиво ты сделано. Давайте покажу отсюда вон водостройками. Ладно, вот это мне понравилось. Вот это мне понравилось. Назад. Нам дороги нет. Да, вот. Здесь вот пели как раз. Люди, но мы спускаемся к Волге. О-о-о. Люди купаются в фонтанах. Жара. Жара стоит. В Самаре. А, это такая хрень, короче, смотрите. Короче, если отпускаешь, то будет фонтан брызгать. Прикольно развлекало, но мочиться почем зря я, естественно, не собираюсь. Пусть другие мочатся. Так.
можно лежать. Я думал, за это штрафуют. Так, и вновь дилемма, надо перейти улицу. Вот, по-моему, это ФСБ, но вот видать не буду. Во всяком случае, номера черные, это означает, что принадлежность к Министерству обороны, но Volkswagen к Министерству обороны. Как-то мне кажется, это все-таки больше партия ФСБ. Так, а как мне? Это вот вниз, да? Около, ну давайте около бассейна пройдемся. Около бассейна. И спустимся вниз. Совершенно рандомные люди попадают. Вот эти вот в мои влоги. Но этому я рад. Так какой-то должен быть элемент неожиданности. Ну сейчас я опробую еще один фонтан. Сейчас я опробую водичку. Так. Так. Ничего. Без комментариев. О! Тут сделали. А что тут вертолет? А я думал, они прям приземляются там, на площади Славы. А тут даже специально вертолетную площадку сделали. Ну не знаю, может фейковую, но сейчас увидим подробно. Не знаю, мне кажется, фейковую. Кажется, если вертолеты приземляются, то он там дальше. Около здания правительства, конечно, чем здесь. Кажется, это фейковая площадка. Но если нет. Или это для дронов она. Ну да, H. Как в GTA. Вот. Ну и мы почти пришли к Волге. Да, тут нет пляжа. Тут вот они. О, мужик с удочкой. Да, вон пляж. Ух ты, народищу. Народищу. Но я хотел, я обычно с того края купаюсь. А сейчас захотел именно с этого. Но оказалось, пройти надо. Да. Вон, кстати, мхит. И растут. А вот так, что мне нравится, сделали к чемпионату мира вот это вот велосипедные и для роликов дорожки. Хотя вот один нарушает, он по дорожке едет. Я не знаю, может только для роликов, тогда он не нарушает. Но я думаю, что для велосипедов тоже. Они будут там отдельно едут. Так, это мне надо. Ух, это мне надо еще пройти. Да, вон здание Роснефть впереди, где я обычно люблю купаться. Это я думал поближе будет. А оказалось подальше. Жара.
жара лютая, просто лютая жара стоит. Просто самое то. А, не, вон, да, вот эта дорожка, все правильно, для велосипедистов. А тут чувак нарушил. Велосипедист нарушил. Попрошу ГИБДД отреагировать. А, ну я сейчас тоже нарушаю. Это для велосипедистов. Так вот. А что за херня? Что-то я не понял. Не знаю, херня, но я не буду останавливаться. Я не знаю, что сделать. Это будет. Что, блин, сделать? Наверное, кабинки для придевания. Я точно не знаю. О, вот, наконец-таки. Нормальный пляж. Ну как нормальный? Давайте сейчас покажу. Вот одни камни. Это тина. Все правильно, что там около Роснефти купаешь, там лучше. Да? Хотел что-то новенького. Вот эти фиолетовые перчатки я сейчас снимаю. Вот это вот хрень. Ну понятно, что они символизируют вратаря, что там ловят мяч, но фиолетовые. Бинокль. 10 рублей 1 минута. Ну в жопу. И мы спускаемся, получается, да? А где кабинки? Там. Ну, да, мы спустимся. На этот каменистый пляж. А вообще так ничего получилось, прогулочка. Вот. Все правильно сделал. Графики, кстати. Все правильно сделал, что отправился на пляж. Но кабинки для придевания довольно-таки далеко. Народу не так много, кстати, как могло бы быть на самом деле. Ну и понятно, почему все на матче крылышек с Оренбургом. Сейчас я тоже, кстати говоря, тоже сейчас переоденусь и воду. Не просто же так я тут ходил, снимал. Так, значит, правильнее транспортной доступности. Лучше все-таки на 61-й садиться. Ну, для тех, кто, как я, живет севернее набережной. И он прямо вас довезет до пляжа. А я с трамвая.
шахту. Тут. Вот так вот. Ну все, короче. Всем пока, вторая часть уже будет непосредственно про то, как я купаюсь. Все, пока.